Всем здорово, ребят! Продолжаем мы с вами проходить игру Call of Duty Black Ops 2. И сейчас мы с вами будем играть опять же за Дэвида Мейсона. И наше с вами задание — захватить карму такие. Ну так давайте начнем. Китай готов выложить миллиарды за этого дрона. Buen fortuna de Falco. Хорошая карма. Кибероружие. Стоп, вот. Вот же, ты видишь? Сравнить с логотипами действующих организаций США. Совпадений нет. Сравнить по всему миру. Постой минутку. Это колосс. Это самая карма в плавучем городе. Вот как им удалось так близко подойти к материку. Салазар, готовь оперативную группу. Выдвигаемся через 60 минут. Сообщи адмиралу Бриксу. Мы подбираемся к Менендесу. Но чтобы его опередить, надо получить ответы из первых рук. Начало главное. Карма. Ну, карма так карма. Будем искать. Уа! Пошло, пошло! Икар 9, садитесь на седьмую площадку. Держите курс, все хорошо. Принято, Икар 9, начинай снижение. О, ребят, я, кажется, вспоминаю. Эта миссия будет драйвовой. В удостоверении указано, что вы профсоюзные инспекторы. У вас будет доступа в большинство помещений, кроме самого нужного. Для компьютера архивного управления действуют повышенные меры безопасности. Доступ осуществляется через сканер сетчатки. И вот тут нам поможет Зиги. Архивный компьютер – наш шанс найти карму до того, как это сделают люди Дефал. Фарид, удалось получить доступ к личным делам? Пока нет. Слишком сложный метод шифрования. Ты сообразишь. Я в тебя верю. Конец. Вот как живет тот самый 1%. Надо сказать, если бы не задание, снял бы я сейчас себе горячую телочку. Забыл о Пакистане? Морда у тебя больно страшная, Харпер. А морда тут ни при чем. Зато все остальное... Так, ну что ж, давайте идти за Харпером и Салазаром в это здание. АСД, думаешь, они ждут проблем? Это самый богатый город в мире. А значит, это отличная мишень для Рауля Менендеса. Так. Колоссус. Как-то так, да, называется? Здание. Если это город, то я очень удивлен, ведь он вроде как не особо-то и большой. Так, спокойствие. Неизвестно! Сканер обнаружил наличие опасных материалов. Ух, это простое недоразумение, ладно? У нас внизу ремонт полным ходом, наверное, это оттуда. Сэр, пожалуйста, оставайтесь на месте. Итерс, не подойдешь сюда, надо разобраться. Так, что у него там? Так, ладно, забьем на того парня и будем идти дальше. Пусть там разбирается охрана уже с ним. Я же говорил, защита сработает. Сканеры ничего не увидели. Теперь предъявите удостоверение и проходите. Хорошо. Здорово, мы из профсоюза. Приветики. В Колоссе у народа не так много дел. Это еще что? Оба Салазар. Это автоматическая система. Ее запускает удостоверение. На! Это что? Это Харпер! Боже мой, посмотрите, он прямо... Твою мать, с девушками. Ой. Ну что? Че вы стали-то? Пойдемте. Так, ну что, ребята, куда теперь? Ой, ты чё, через меня прошел? Как ты мог? Я ж тебе не разрешал. Да шо ж вы... Ого, нифига себе. Невероятно просто, правда? Ага, классно. Как думаешь, а во сколько обойдется тут выходные провести? Ты столько и за год не заработаешь. Без балды. Неудивительно, что Менендес так поддерживает. Харпер, проверь этаж. Мы с Салазаром отправимся к точке проникновения. Понял. Окейюшки. Как дела, красота? Офигел, козел.
Так. Пока все нормально. Ну, это хорошо. Это хорошо, что у тебя все нормально. Мы из профсоюза. Так, с глушителями. Так получилось. Это хорошо. Не так давно Колосс нанял наемников, чтобы увидеть. Так, что это у нас такое? Все из территориальной милиции Кубы. Охренеть. Кое с кем уже познакомились. Ну что, Зиги, пора за дело. Так, ну давайте. Управлять паучком. Охрану подменили наемниками. Они агрессивны. Ищи любую информацию, надо выяснить их цели. Так, робот-паук может удержаться почти на любой поверхности, да? Это очень хорошо. Тут разрыв. Зиги перепрыгнет. Стоп. Что они делают? Так. Ставят взрывчатку. Так, а что у нас здесь? Огонь. Отлично. Поломали мы эту штуковину. Все, идем с вами дальше. Не понял. А, он по стеклу не ходит. Зиги по стеклу у нас не умеет ходить, да? Будем знать. Стоп, 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 стоп. Парень, алло, тихо, аккуратно. А, вот. Вот, давайте, вот сюда. Теперь сюда. Вот так вот аккуратненько пробираемся. Так, теперь... Теперь наверх, да? Наверх сюда. Да что мышка не крутит-то, а? Так, сюда. Давай, давай, давай. Аккуратненько. И... Вот сюда прыгаем. Отличненько. Это наш сигнал. Так, хорошо. Шокером сектор. Готово. Так, все, парня вырубили паучком. Идет сканирование. Отлично. Успели. О! Твою мать! Хорошо, хоть просканировать успели. Харпер, ты был прав. Они уже в серверной. Идем. Давай, давай! Готов? Enemigo atravesando la puerta! Оба-на! Пошли! Давай, 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 погнали! Ой, слушателям мне так нравится. Ой, класс. Класс. Ой, ой, тихо, тихо. Спокойно, спокойно. Надо назад вернуться, что-то их слишком много. Пистолет. Ух! А он-то без глушителя. Так, скрыть, стоп. Скрыть, скрыть, скрыть. Это мы вскроем, что тут Фарис, у нас. Мне нужна возможность опознавать врага. Соедини имена наемников с биометрическими данными. Так. Загрузи мне данные. Будет сделано. Смотрим. Устанавливаю связь. Уверен, что получится, Фарид. Я думал, ты в меня веришь. Ладно, мы вошли. Карму могли пронести на борт вместе, так, что у нас с обычным дальше? Грузом. Проверь грузовой манифест. Ключевое слово — карма. Ничего. Окей, хорошо. Клоцаем дальше. Просмотри автоматические системы безопасности. Ключевое слово — карма. Что-то упускаем. Что-то упускаем, непонятно что. Проверь базу данных с камер безопасности. Распознавание текста — карма. Есть. Так, карма, чекаем это дальше. Это женщина. Хлоя Линч, бывшая служащая Тацита, недавно уволилась. Теперь нам известно ее имя. Можно отследить ее на корабле. Наверху, клуб Солар. Так, ну что, направляемся тогда к ней. Сектор, ты слышал? Прямо за дверью наемники. Да я уже слышу. Враг прямо снаружи. Обойти не получится. Открой дверь комнаты Кау. С
Спокойно, парень. Оба. Оба-на. Харпер, карма — это не оружие. Это женщина. Отправляю тебе ее фотографию. Ясно. Эй, это же та самая девушка. Ай, тихо. Ах ты ж. Я как-то слишком открылся для этих ребят. Ладно, буду осторожнее. Ясно. Эй, это же та самая тёлка из лифта. Она в клубе Солар, и тебе надо торопиться. Наемники так, сюда. Здесь никого? Фух, давайте еще. Ну, ребят, еще кто-нибудь есть? Или все, зассали? Ух ты ж! Твою мать, сколько ж вас там? Так, надо немножко передохнуть. Раз, кинули. Так, через стеночку. Что, не убил? Окей. Оба-на! Не добил его. Есть. Этот готов. Блин, думал, через стенку пробью, не пробил. Иди отсюда. Иди. Да, сдохни уже. Когда ж вы все сдохнете, а? Ребят, что это такое? Я не понял. А кто будет вздыхать? Ай, надо присесть. Ух ты ж! А как кидать эти гранаты? Ну, другого типа. Так. Теперь ты, Салазар, ну ты чё там стоишь, а? Я что, за тебя всё должен делать или что? Так, в лифт давайте. Салазар, ищи другую дорогу к клубу. Найди Ясно. Позицию для наблюдения за толпой. Я отправлюсь к Харперу. Так, окей, давайте к Харперу тогда. Побежали побыстрее. Хлоя, ты немедленно должна пойти со мной. Ты кто? Откуда ты знаешь, как я меня зовут? Я Майк Харпер, ВМС США. Отвали от меня нафиг. Эй, ты меня слушаешь? Твоя жизнь в опасности. Террористы уже ищут тебя. Террористы? Что ты такое несешь? Хлоя, их послал Рауль Менендес. Держи ее, Харпер, мы уже идем. Да, мы идем на подмогу. Так, а чуть побыстрее как-нибудь, не? Ну, давай, Дэвид, чуть-чуть поторопись, все-таки, ну. Давай, мы уже почти на месте. Здравствуйте. Давай, вали отсюда. Так. Давай, мы уже в клубе. Так, теперь ты быстро открыл мне дверь. Так. Харпер, ты где? Что, ребят, отдыхайте, да? Ну, отдыхайте. Уже иду. Сектор, я на позиции на балконе клуба. Так, окей. На позиции, так на позиции, хорошо. Блин, пожалуйста, пусть не будет авторское право на эту песню. Я так не хочу, я хочу, чтобы вы посмотрели на эту миссию вместе с музычкой. Так, вон и Харпер, я его вижу. Харпер, что ты там делаешь-то? Опа-на, вот это палка. Берут заложников. Хлоя Линч! Хлоя! Не стрелять! Твою ж мать! Так, секунду, ребят. Так, извиняюсь, продолжаем. Салазар, снять сможешь? Не попаду, слишком много заложников. 5 секунд, Хлоя! Надо валить. Нет! Открыть огонь!
Твою мать, нет, ну все равно начали стрелять, гады, а? Ну что, будем делать дело, а? Раз. Два. Три. Есть. Побежали дальше. Ай, тихо, раз. Блин, только одного, надо побольше убить как-то, ребят. А, блин, вообще ни одного не убил. Так, отлично. Что, у меня только пистолет? Да вы что, издеваетесь-то? Давайте, покидаем, покидаем это место уже. Побыстрее. Так. Блин, капец, тупо всех перебили просто. Пердушки. Так. Они уже выгружаются. Надо что-то делать. Видишь? Во! Вот они ведут ее. Нужно, нужно отобрать ее. Зараза, сигнал пропал. Депалка включил помехи. Ну вот гад, а. Кто ж его просил включать-то помехи, а? Корабль заминирован. Выдвигаемся, перехватим его у атриума. Окей, как скажешь, перехватим, так перехватим. Я ничего не имею против. Что происходит? Мы из ВМС США! Да, надо открыть арсенал, вооружить ваших ребят и подготовиться к бою! Эй-эй-эй, посмотри на меня! Сосредоточься, слышишь? Это ладно. Надо сделать! Так, арсенал охраны. Что случилось? Дефалка, так, вскрываем. Сраную бомбу рядом с клубом! Девчонка, у него! Подключи нас к камерам безопасности на палубе! Вот такой кастет нам пригодится. Так, окей. Я хотя мог бы взять что-нибудь другое, но меня, в принципе, устраивает пока и эта пушка. Он в торговом центре! Так, идем. Валите все отсюда. Ну что, ребята? Готовы подохнуть? Так, нужно. Ого, их еще и внизу тут дофига. Да, они повсюду, да, реально. Это мне не нравится. Прорывайтесь, пока Дефалка не сбежал. Да прорываюсь, прорываюсь. Делаю, что могу. Делаю все по максимуму. Ох ты ж! Так, есть. Вот туда кинем. Есть. Черт, надо поподнажать, блин. Готов, тихо. Ух ты. Ребята, ребята. Что, не простреливает, не? Ой-ой-ой-ой-ой. Подорвали меня. Готово, перезарядочка. Так, все, я за Салазером бегу, да? Вот так. Так, о! Вскрываем, вскрываем. Нельзя такое дело пропускать. Так, Фарид, можешь бустер. Сломать АСД на дистанционной станции 55? Станция 55? Давайте 55. Поможем Салазеру. Готово. Открывай. Установить параметры. Отслеживать и защищать. Так, отлично. Так, погнали, погнали. Так, ребят, все нормально? Нет, все плохо. Все очень плохо. А я туда кину к нему гранатку, может подорвет как-то. Ну давай, давай, стреляй, пистолетик мой. Дефалка уходит.
Где бы мне пополнить свой запас боевой? Мой боезапас. Один патрончик у меня был. Ну ладно. Ой, спокойно. Спокойно. Давай быстрее, сектор! Оба-на. Валим, 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 валим. Давайте вот сюда побежим. Прячемся здесь. Это мобильник. Блокирую сигнал. Ладно, уже действую. Так. Надо шевелиться. Оу, оу. Воу, воу, парень. Ай-яй-яй, вы ранили гражданского. Да какая нафиг разница. Мне бы уже пробраться побыстрее. Дальше. На гражданских уже насрать, честное слово. Они мне только мешают. Так, откуда ж ты стреляешь, падла, а? Сверху? Ну вот крыса, наверху засел и стреляет. Так, отлично, молодцы, ребят, спасибо. Так, идем, 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 идем. Точнее, бежим, бежим. Так, готов. Ты тоже готов у меня. Так, что тут непонятно? Ну ладно. Заглянуть стоило. Спокойно. Не торопись. Не надо никуда торопиться. Так. Вон депалка. Стреляем, стреляем, стреляем по этой штуковине. Сейчас взорвется, падла. Так, отлично. А тут и вторая была, да? А тут была и вторая штуковина. Ну ладно, погнали. Давайте сюда. Спрячемся тут. Так. Что у нас здесь? Точнее, кто? Ребята, вам надо торопиться. Он почти упал в эвакуации. Депалка немало сил потратил на это похищение. Блин, ну. Он запросто затопит весь колосс, лишь бы замести следы. Так, есть. Ох ты ж! Стреляют, падлы, стреляют. А! Откуда? Вверху эти ребята спускались, а не в меня. По-моему, вообще не в меня. Ну ладно, давайте здесь спрячемся, в общем. Где там был парень? Если он выбежит, я его чпокну. Ребята, вам надо торопиться. Он почти упал в эвакуации. И Фалкон немало сил потратил на это похищение. Он запросто затопит весь колосс, лишь бы замести следы. Опять эта тачка там ездит, блин. Машина убийц. Так, а где там мой бустер-то? Прячемся. Так, ну, ребят, что там? Как дела? Ну, хорошо, что хорошо. Так, вроде чисто. Поднимаемся. Поднимаемся. Так, здесь мы не будем торопиться, пожалуй. Аккуратненько обойдем. По-быстрому, по-быстрому. Сейчас. Так, здесь никого? Или все же есть кто-то? Да вроде пусто. Ну хорошо. Хорошо, побежали за дефалка. Не успеваем, не успеваем мы. Это плохо. Надо возвращаться на Обаму. Узнай, почему эта девчонка так важна для Менендеса. Считай, провалили задание, не захватили эту карму. Плохо дело, плохо дело. Так, карма похищена, Дефалка жив.
А что, он мог и сдохнуть, да? Так. Хорошо. Ну что ж, ребят, давайте мы на этом с вами закончим и продолжим играть в следующей серии. Всем пока.